at Oslo Airport. For security reasons, please look after your personal belongings and do not leave any baggage unattended. Дают объявление, чтобы не оставляли свои вещи без присмотра. Потому что сразу убирают и смотрят. Если вы в магазин зашли и оставили где-то свои вещи, они тут же могут прибрать к рукам. Это в целях безопасности. И вот, что меня всегда удивляло и умиляло, это этот рояль. Рояль, на котором можно поиграть музыкантам. Кто музыкант и как бы отвлечь публику. Не знаю, я видела только один раз, когда молодой парень играл, а так народ, я думаю, стесняется, и те, кто плохо играет, они не будут этим пользоваться, а те, кто хорошо, я тоже думаю, не будут. В общем, этот рояль стоит, вот такой искусственный оазис создали в аэропорту Осло, искусственные ели и травка у каждого столика. Кафе паркинг, который вы можете найти. При вылете из местных авиалиний, и это гейт 2227, такой небольшой тур-гайд по аэропорту Осло. В зале ожидания отправления имеется вот такая вот эскалаторная линия, которая движется на большом протяжении зала. Очень удобно, кто хочет немного отдохнуть, можно поставить свои вещи и самому не бежать, а встать на эту линию, она вас доставит к нужному гейту, к концу зала. Для детишек предлагаются такие вот уголки развлечений, где можно залезть в самолет, такой имитатор самолета, побегать. Ну, а остальные пассажиры ждут своей посадки. Вот так выглядит зал ожидания местных линий норвежских. Имеются киоски, магазины, кафе и традиционные норвежские закуски, такие как багет. Длинный-длинный батон внутри с какой-нибудь начинкой из ветчины, рыбки, колбаски с листом салата. Это почти во всех кафе быстрого питания обслуживания эти багеты. Стоит такой багет около 70 крон. В аэропорту также можно найти питьевые точки, если вы имеете. Свою бутылочку можно набрать водички с собой в полет. Здесь вот инсталляция в виде норвежской архитектуры абстрактной. И открыли большой зал досмотра и контроля. Самое интересное, что есть в аэропорту Осло, это магазин Duty Free. Он считается самым дешевым из многих европейских аэропортов. Магазин Tax Free, в котором вы можете приобрести по очень хорошим ценам алкогольные напитки. Многие покупают, норвежцы особенно пользуются этим. Ну а парфюм, наверное, везде одинаковый. Парфюмерия, косметика по той же цене. Вот сейчас будет зал международного вылета, вход в международный зал. И там далее магазин Duty Free. Кстати, очень мне понравился сэм баран. Вот он, вот, и доли. Сейчас я возьму. Я уже брала этот тестер, он мне так долго держался. Кстати, самый маленький флакончик. Посмотрите, как мобильный телефон. Не разрешили снимать в магазине. Но это типично норвежские. Они беспричинные. Могут сделать замечание. Причем они, наверное, поняли, что я иностранка. Я не похожа на норвежку.
подошли сразу на английском сказали. Хотя я сняла только парфюм Ланкома и Доли, и второй новый Либерт, по-моему. В аэропорту выставили некоторые картины из музея Эдварда Мунка. Норвежский живописец экспрессионизм, один из представителей экспрессионизма. Его творчество охвачено мотивами одиночества и смерти. Говорят, что он был невменяемым. Я не была в музее Мунка, но и не хочу. Сказать, в аэропорту все работают иностранцы. Уборщики, в киосках в основном шведы или говорят по-английски, иностранцы. Ну, вот в Duty Free только норвежки. Там маленькая оплата. И не хотят норвежцы работать. Погода дождливая. Честно говоря, моя эта поездка не очень... Она спланирована, но не кстати. Еду я к зубному врачу. Еду я подлечить зубки. У нас очень дорого в Норвегии все услуги. Так что приходится летать. Спасибо за внимание, дорогие подписчики и подписчицы. И пока-пока. Встретимся в новых видео.